Приветствую, мой дорогой зритель, и это четвертая серия напечатайки. Если не видел предыдущие, вверху будет подсказка на плейлист. А сегодня мы приступаем к сборке радиоуправляемой модели Dodge Challenger. И начнем мы с шасси. Это первый такой серьезный проект на канале, поэтому попрошу поддержать, поставить лайк, написать комментарий. Что вы об этом думаете? Буду очень признателен. А на этом у меня все. Вот такое шасси у нас получилось. А в следующем видео мы соберем кузов и подготовим его к покраске. С вас лайк, подписка, колокольчик. До новых встреч!